Вы забьете сколько можете, мы сколько захотим. Эту футбольную поговорку приписывают бразильцам, но именно ее взяли на вооружение футболисты Сенежа во встрече с рязанской командой. С начала игры прошло только 45 секунд, а счет уже был открыт. Спустя некоторое время в ворота соперника влетел второй мяч. Больше солнечногорцы до перерыва не забили, видимо, не захотели, а гости все-таки отквитали один гол, ну сколько смогли. Во втором тайме события развивались циклическим образом – 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Однако, почувствовав, что такая игра в кошки-мышки может довести до недоброго, игроки в синей форме добавили оборотов и окончательно смели противника с поля боя. Два точных удара – и вот итог этого голевого пиршества – 6-3 в пользу Сенежа. Четыре мяча забил Ефимов, два из них с пенальти. По разу отличились Рощин и Лашников. Крупная победа еще более упрочила лидерство нашей команды в турнирной таблице. А теперь о грустном. Неадекватное поведение отдельных, с позволения сказать, болельщиков испортило впечатление от матча. С трибуны в игроков летели бутылки, что может привести к серьезным последствиям для нашего клуба. Кроме того, звучали угрозы в адрес оператора солнечногорского телевидения, который снимал для вас эти кадры. Так что, вероятно, в дальнейшем мы откажемся от освещения футбольных матчей. Рисковать дорогостоящей аппаратурой, а уж тем более здоровьем сотрудников, как-то не хочется.